я заняла второе место по шахматам в личном зачете. Я выиграла 6 из 7 партий и проиграла только первому месту. Девочка, которая завоевала первое место. Мне запомнилась дружеская атмосфера, которая сложилась на президентских состязаниях с нами. Когда мы первый день приехали, это было 5 число, и на 6 число приехал Рыбинск. Мы с ними очень подружились, мы с ними виделись на областных президентских состязаниях, где они заняли тоже первое место. И мы, так скажем, я знала их еще и до президентских состязаний. И у нас сложилась некая дружеская атмосфера, в которой мы сейчас находимся. Это очень славные ребята, мы с ними дружим.